Так, что у нас дальше? Давайте быстро сохранимся. Ответить на звонок. Представление темной обители было целиком посвящено мне, но власти надо мной не было. Я знал, что Скретч пропал. Таксофон снова звонил. Снова загадочный голос на другом конце линии. Надо было собрать больше информации. Я должен был взять трубку. В прошлый раз голос проскал, что мне нужно делать. Да где он? Вот он. Алан Уэйк? Ты знаешь, кто я? Я потом мой ясновидящий. О, вот оно, твое знаменитое дружелюбие. Хорошо, что я не папарацци. Дальше предложишь дурака валять или скажешь, кто ты. Ты помнишь? Ты... О, черт. Алан, послушай меня, послушай. Скажи, что ты вообще помнишь? Парламент Таур? Ты был там? Нашел что-нибудь? Да, Элис в опасности, Скретч влияет на нее. Существует еще одна реальность, не инициация, возвращение. Я видел заголовок. Я это не писал. Возвращение. Мать твою, как раз то, что нам нужно. Нельзя отдавать его Скретчу. От этого зависит наше выживание, выживание всего гребаного мира. Приходи ко мне, гостиница Ocean View. Я оставил ключ от комнаты у таксофона. Не забывай, что в темной обители все идет по кругу. Все работает согласно ритуалу. Если волна уносит тебя прочь, найди другой путь. Плыви по течению этого океана. До встречи, приятель. Гостиница Ocean View. Подозрительное приглашение на тайную встречу. Отличное воспоминание в внутренней атмосфере у гора. Нуарную, точнее. Так. И где эта гостиница? Станция, переулок. Ага. Площадь, станция. Опять станция, переулок. Ага, вот, гостиница Ocean View. Гостиница Ocean View. Туда мне и надо. Ну, так себе гостиница. Петля вывела меня обратно на улицу. Что стоит загадочный голос? Если волны уносят тебя в сторону, найди другой вход. Гостиница мне привела логика сновидения, так что я искал знания в новом высоте. Так, а что мне надо? Идите за неоновой вывеской. А, мировой пик. Все, я понял.
Shit! Неоновая вывеска мне нужна. А, Mirror Peak. Там я мировой пик прочитал. Темная сущность раскрыта. Охотится за мной. Ее шпионы не дремлют. Она пытается поймать меня. Думаю, ей это удалось не раз. Она крадет меня, крадет мою личность. Она хочет стать мной, заменить меня. Извращенной версией меня. Скретчем, мистером Скретчем. Она просачивается в историю. А когда она внутри, мне приходится писать о ней. Чтобы история оставалась. Она пробралась внутрь. Теперь история должна стать более мрачной. Это плохо. Я этого не хочу. Но у меня нет выбора. Это гонка вооружений. Черт возьми, сейчас бы не развалиться. Финишную черту первым пересеку я. История, которую я писал, была хрупкой, все время приглядывалась назад, я не мог терять. Темная сущность шла за мной по пятам. Кейси, ты убийца, лидер культа, по глазам вижу, по глазу... Нет, произошла ошибка, это все Скретч, нельзя терять время. Сиди на месте. Я так устал. Тоже все наконец закончится. Я во всем виноват. Слишком долго ходил с темной обидой в башке. Вся эта невеселая хрень. Иногда я забываю о боли. Как будто так и надо. Совсем сбрендил, да? На самом деле все наоборот. Я не застрял в темной обители. Я и есть темная обитель. Мы с ней одно целое. Это место угнетало меня. Забралось мне в голову. Пыталось оторвать. Требовалось сбежать, пока не поздно. Снова слишком поздно. Номер 665. Инициация. Нагнетающая музычка.
Так, а если обойти? Так, ячейка быстрого доступа. Найдено слово. Так, идите за неоновой. Ну я-то... А, вот лестница. Я видел гостиницу Ocean. Я был уже близок. Так. Affected where the door led to.
Мне нужен ключ, код. Дробовик мне пригодился. The barman, you caught my eye. Я обратил на меня бара. Двустволочка. Like on the rock. Got the gun. 19-20. Где он?
I can have cocktail. Сколько он стоил? $25.50. Ну, я приблизительно так и понимал, потому что единственная цифра, которая очень сильно выделяется. Ну да. Комната была пустая, не считая проектора. Может, на пленке меня поджидает что-то интересное? Жанна будет. Нет. В этом храме тьмы и тумана, окна прибиты в полу, а дверь стоит на потолке. Стою и смотрю, бегу куда-то. Или... Ты полный. Это ты мне звонил? О, да. Я Томас Зейн. Приветствую в доме Зейна. Зейн, поэт, ныряльщик. Ты выглядишь как я. Какого черта? А может, это ты на меня похож, красавчик? Мы с тобой... В одном из своих фильмов я сыграл ныряльщика, а кое-кого полюбил. Я великий кинодел, я заслужил свое слово. Мне нужны ответы, почему возвращение так важно? Алан, вечно ты на взводе, дай-ка я налью тебе выпить. Мы с тобой, Алан, в одной лодке. Два дворца должны работать вместе, понимаешь? Мы должны создать ключ к этой двери. Возвращение туда всей твоей жизни и мои фильмы дополнят друг друга. Судьбоносный обмен идеями, единственных взглядов. Из наших снов рождается произведение, о котором узнают многие. Мы погружаемся за грани возможного, прямо здесь, в этой комнате. Мне нужны щелкунчики. Это возвращение, потому что мы возвращаемся. Так работает магия кино и литературы.
Завязывай, Элис в опасности. Мне нужно другое место убийства, я должен идти дальше. Надо вернуться к... Она живет себе спокойно в настоящем Нью-Йорке. Но Скретч пытается достать ее через складку. Возвращение — это ключ к выходу из темной обители. Ты должен завладеть им раньше этого урода. В отеле есть место убийства. Отпусти сюжет на волю, пусть темные воды сами принесут тебя туда. Hello? Night Prince. Они следят за нами. Если кто спросит, тебя здесь никогда не было. Это был ученый из контрола, кстати. Казалось, у Томаса Зейна случилось приступ паранойи. Я узнал от него все, что хотел. В гостинице было еще одно место убийства, которое должно было мне помочь спастись. Мне нужно было подобрать слова. Доска сюжета снова пуста. Нужно напасть на другого человека. Я снова должен начать сначала, но я стал ближе к цели. Шум полицейской радиостанции не давал мне уснуть. Сквозь вир доносил слова об убийстве, произошедшем за кулисами постановки о совершенном его культе. «Вот это многослойность», — сказал он, глядя в камеру. Он знал, о чем говорит. В происходящем был замешан культ слова, его лидер мистер Скретч. Поговорили, что под этим именем скрывался Алан Уэйн, писатель, пропавший без вести. Гостиница — идеальное место действия романа, главным героем которого может быть дворецкий. Я начал с вестибюля. Вестибюль был пропитан атмосферой. Жертва, убийцы, и все они попали в гостиницу через вестибюль. Здесь меня ждала очередная идея. Так, это все твоих рук дело? Да, это я. Перед премьерой культа на спектакль с помощью ритуала. Культ — это иммерсивный спектакль. Ага. Придется тебе объяснить мне, что это значит. Иммерсивный театр. Пьеса с участием зрителя, действия которого происходят в разных частях гостиницы. Культ? Штука легендарная. Единственная копия рукописи утеряна, ее содержание пересказывают друг другу члены разных трупп. Каждая труппа рассказывает спектакль по-своему. Говорят, пьесы обладают особой силой. Мы были похожи на детишек, играющих с доской Луиджи. А если вызвать дьявола, он непременно появится. Ритуал, предотвращающий призыв. Давай-ка вперед, с самого начала. Ритуал перед шоу.
пошли нахрен от меня, твари. Все было запутаннее, чем я думал. Убийство в культе убийц участвовал настоящий убийца из культа. Приглашаем всех на ритуал перед показом в актовом зале. Нужно было найти ключи. Комната в конце коридора была закрыта. Неспроста. Там за дверью что-то происходило. Доска сюжета снова полна. Нужно написать другую. Группа была слишком занята строительством, где их сами должны были принести жертву. Склада с реквизитом, номер 225 и 104. Да, доставьте реквизиты в комнату 104-225, чтобы затем использовать его в актовом зале. Plotboard was empty again. I needed a new draft back at the beginning, but closer to my goal. I couldn't add a new element from here. I'd have to go to the scene. Так, а я комнату могу изменить или как? Changing a plot element in a scene without being there was impossible. Не могу. А вот и 104.
Changing a plot element in a scene without being there was impossible. Найти место проведения ритуала перед шоу. Так, ну мне тогда получается на второй этаж. Так, финал ритуала шоу. Еще раз, давайте. Доставьте реквизит в комнату 104-225, чтобы затем использовать его в актовом зале. То есть мне нужно найти в комнате 104 реквизит. Это я, получается, по кругу прошел. Ого. Я какой-то схрон нашел. Так, реалити-шоу. Thank you.
224. Давайте посмотрим. Особое местечко, оно существует. Порой это причудливый тихий городок, порой огромный мегаполис. С каждым визитом вам открываются все новые и новые события, и все же каждый из них, каждое смутно знакомое. Словно осколок ускользающего сна. Здесь найдется место совершенно всем, волнующий, мрачный, пугающий, душераздирающим. Нервирующим, абсурдным и захватывающим. А порой и таким, что объединяет в себе все и сразу. Новый сезон за автором Alan Wake. Это незабываемые зрелища. С вами я, Верлен Деуэ. До встречи. Найтспринг. Так, окей. Здесь они собирались перед выступлением. Здесь все началось. Очередное видение, очередная идея. Этот ритуал, который завлечет тебя. Почему ты решил устроить спектакль в гостинице? Почему именно в этой гостинице? Потому что аренда стоит недорого. А Ocean View был просто создан для нашей постановки. По слухам, это место кишило призраками. Ходили мрачные истории об убийствах, смертях, суицидах. Осуждаем. Говорят, настоящий культ когда-то провел немыслимые ритуалы и вызвал некое зло, некую сущность. Может, мы тоже случайно вызвали ее, соприкоснулись с ней. Мы думали, что здесь пьеса, но мы ошиблись. Звучит бредово, но, подруга, безумие лучше не начинай. Гостиница с привидением, да, заезженный штамм.
пошел вон от меня, тварь, блин, а? I couldn't get in. I was missing something. Так, а вот актовый зал, вот где свершится кульминация. Ключ от 101. Так, призраки, ритуал. Изменение в сюжете, изменение в мире. Речь в песне шла о культе древа. Их оленя маски из лесной глуши эхом прикрепились к урбанским чего-то там. Так. Расписание. 22 октября, вторник. Репетиция в комнате. 219-219. Перенос в комнату 202. Ритуал перед показом. Премьера. Так. И помните, цели нужно как следует нападать. Маски не снимайте, чтобы пострашнее, пострашнее. I didn't have the key. И не сюда. Призраки. It's getting real, all right. Кажется, серьезными. На сцене была моя комната. Я с содроганием сердца думал, какие вещи они тут делали. Декорации, что надо. Что происходило в этой комнате? Это так называемая комната писателя. Здесь в пьесе дьявол переписывает реальность, пока Бог спит. Дьявол — самая яркая роль. Его играл знаменитый актер. Готовился по системе Станиславского. Никогда не входил с роли вовремя носил маску. Его имя на афише. И тоже это таинственная звезда. Да, угадаю. Алан Уэйк? И рад бы сказать, но, как выясняется, под маской пряталась маска. Кто бы ни был, вокруг него творилась чертовщина. В труппе шутили, что мы наняли дьявола играть самого себя. Мистер Скретч. Он был рожден для роли дьявола. Тут, пожалуй, Кейси был прав. Мрачные события. История должна быть мрачной.
writing. Это опять Скретч издевается в своей комнате, он причиняет ей боль. Да, жестко тут, конечно, было. Так, второй этаж, да, цели, давайте посмотрим, следовать за дьяволом. Так, окей. Мне просто интересно, ну и что? А, у меня же от 101 есть, точно. Видение из мира, за пределами кошмаров. Он погружает в океаны. Я преследую их, я люблю их, крупная рыба. Некоторые из них события происходят, другие слухи. Нет, мне не примерно получится. Они мое вдохновение, элементы моей истории. Даже часть, отличающая от реальности. Чтобы сбежала реальность, придется по-другому не получается. Писать придется много, иначе все снова ускользнет. Окей.
Интересно, конечно, интересно. I couldn't add a new element from here. I'd have to go to the scene. I had to be at the scene to see and understand it in order to change it. Сто восьмое место, последняя сцена. И как мне попасть внутрь? Changing a plot element in a scene without being there was impossible. Alan Wake. The devil walked through the hotel. Я ушел в ад, и утащил за собой весь отель. Mm-hmm.
Так. Ну, у меня 108 остался. 209 понятно, 206 тоже понятно. Не, за стеной же надо оказаться. А в смысле меня перетягивает обратно? Странно. Хорошо, дьявол. Побежали. Меня пронзали новые идеи. Мистер Скрэч, если это и правда он играл дьявола, остановился в этой гостинице. На стойке регистрации узнал номер комнаты, в которой он заселился. 666. У Скрэча отменное чувство юмора и полное его отсутствие. В любом случае, забавно. По словам режиссера, актер не общался с другими участниками постановки. Он заранее входил в образ, присоединялся к остальным лишь во время представления. Скрэч был здесь. Я ощущаю его присутствие в этой комнате. Вон мне пришла очередная убийственная идея. Хорошо, теперь поговорим о жертве. Даме, убитой в самый разгар представления. Но работать с ней была огромной честью.
Безусловно, женщина выдающаяся. Она продолжала копаться в прошлом. Настаивала, что видела ту самую утреннюю утерянную рукописную пьесу, что была музой загадочной драматурга. Собственно, и в постановке она играла музу. Она остановилась в номере 108, где произошло убийство. Да, действие последней сцены зародилось там. Дьявол неотворимо несется вперед, снося все на своем пути. И каждая мастерская разыгранная сцена мастерски приближает его к музе. Оказывается, они были знакомы. Он присоединился по постановке, чтобы добраться до нее, чтобы убить ее. Успел. Ха! Темная сущность является за мной. История, которую я писал, становится все мрачнее с каждым разом. Так, финал наступил в номере 108. Достали, ей-богу. Так, мне нужна 108-я. Ага. Ну, давайте попробуем переделать. Так, дьявол, призраки, вот, Апофис появился. Ого! Пластиночка, да-да-да. Ну,
Застряли на берегу, между лесом и океаном. Сова и олени на бегу, в отражении застыли туманом. В своей комнате он причинит ей боль, в ее комнате он попадется. Его историю не спасет, и пароль ее же только начнется. Это ритуал, который заставляет тебя, твоих друзей, познакомиться с ним, когда ты уйдешь. Место убийства. На дне ванны под телом я обнаружил пластинку. Еще шажок. Я приближался к дому. Оказался совсем рядом. Это снова вы, агент ФБР. Сага Андерсон. Я двигаюсь в правильном направлении, я уверен. Вы сделали мой побег возможным. Вейк? Все еще в клетке? Щелкунчик? Мы поможем? Вы знаете про щелкунчик? Он поможет нам. В прошлый раз с его помощью я уничтожил темную силу. Найди его. Вы должны найти его. Я могу передать его вам, чтобы понять. Вы писали в историю? Элис в опасности. Я должен остановить Скретча. Должен найти возвращение. Я должен вернуться в мою квартиру. Я пишу историю, чтобы вырваться наружу. Инициацию. По-другому не получится. История. Вы сможете написать? Видение уже ускользнуло, словно орбиты двух планет. Сага Андерсон же каким-то образом помогала мне. Помогала нарасти лучше, приблизиться к побегу. Я решил доверять ей. Парламент Тауэр. Я должен был вернуться в квартиру, в мой кабинет, найти рукопись возвращения. Конец части. Some say that it moves forever, this world, that I lose you on every time. Some say that it moves forever, this world. Some say that it moves forever, this world, that I lose you on every time. Some say that it moves forever, this world. It's not meant for me. The mantle. For you I see, wake up, it's only a dream, on a winding road, now they're in my bed, in the dark chamber of my head, I flip you over until you bend, this winding road, don't you ever let me go, forever. Play and pretend forever, never, ever, won't ever to end. This message that you send to this winding road is just the beginning. Just